играем в фолк на всех его проявлениях. В частности, мы играем в древний фолк, ну и современный, соответственно, чуть-чуть. И мы играем в песни разных народов. В частности, сейчас будет песня немецкая. Краудиана на праздник. Ковбойцы мы ковбойцы. Thank you.
Сейчас нам продуют рот, потому что направляемся мы в Данию. Дания, песенка Круми, в переводе значит ворон. Рок очень плохо слышен. Надо подзвучить. Андро. Всякие нехорошие взятки. Погнали! Волк, лиса и заяц, а веслово! Thank you.
такие вот волки, зайцы. Далее опять перемещаемся в Венгрию. Кстати, песенка в переводе называется «Танец лисы». Рок-а-танц! Лисы. Thank you.
Вот так вот они и пляшут. Далее мы опять возвращаемся в Германию. Это немецкая песня, хотя она про какого-то ролевого персонажа. Ну хотя многие знают этого ролевого персонажа. И бомбадил. Thank you.
Подуй нам в рог! В рог! Да пей пиво и подуй в рог. А лучше зашли пиво сюда.